Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 9632. Лектор памяти две сишки и все. Можно еще взять пару железных топоров, чтобы пройти дальше, там ящики пооткрывать, но в них ничего такого прям интересного нету. Так, нам надо заходить вот с той стороны, там в конце как раз дырочка будет, куда можно сишку поставить. Вот здесь мы взорваем первую сишку, и вот здесь вторую сишку. Готово. За второй стенкой вот здесь находится самый топовый лут на этой базе. Это у нас два сета и огнестрел. Это мы все забираем. Кстати говоря, у меня вообще сет какой? Он у меня еще нормальный, значит, его пока оставлю. Вот это вот забираем. Здесь в ящиках ничего такого нет интересного, ради чего стоит ломить, собственно говоря. Тут еще один ящик есть, и тут самое ценное — это рюкзак военный, да? Или как он называется? Да, военный рюкзак. И все. Лут, в принципе, неплохой, но опять же, две сишки взрывать — это только на ваше усмотрение. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.